Может ли талисман принести богатство и удачу, счастье или здоровье? Узнаем это у наших горожан. У вас есть какой-нибудь талисманчик? Да. Нет. Ну, разве что оберег. Ой, вот тут вот, что-то талисманчик-то у меня, честно говоря, и нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть талисманчик какой-нибудь? Да. Какой? Расскажите, пожалуйста, как он попал к вам в руки? Может быть, это было... Подарили? Да. Что за талисман? Око. Что? Око. Это что такое? А вот такой глазик. А, глаз. О, так что пойдемте. Куда мы берем еще один талисманчик, который будет вашим талисманом. Обычный талисман, ну, оберег с Дацана. И все просто. И вы его каждый день с собой носите или только в каких-то важных случаях там? Раньше каждый день носил. А сейчас почему перестали? Удобно стало. Талисманчик? Да. Не знаю, там счастливые носочки, на важную встречу идете, раз, счастливые носки надели, такое все. Нет, у меня, правда, я не всегда ношу, у меня давно-давно мне родители подарили, когда мне еще было 20 лет, помню, я еще молодушка была, подарили перстень с сапфиром. А сапфир — это камень, ну, целомудрия такой, да? И постоянно не ношу почему-то. Почему так? Потому что большой и как будто даже мешает. Но если какое-то у меня важное событие, я, конечно, надеваю и иду. Привет, Бобик. Как твои дела? Как настроение? Скажи, пожалуйста, у тебя есть талисманчик? Прикольно. Ножички у меня есть красные, их поменяла как раз. Ага. А вот они же... Дарены давно, по молодости, еще родителями мужей. Я их считаю вот своим талисманом. Все, ты будешь со мной, ты будешь моим талисманом. Это мой талисманчик. И просто кто-нибудь мне давать интервью, я буду говорить «кусь». Да? У меня есть талисман Анг. Это что такое? Анг – это вот в Египте... Такой крест, знаете, крест и круг. Ага, все, я понял. Ключик. Да-да-да-да. Может быть, я не знаю, у вас еще там иконочка в кошелечке лежит где-то. Обязательно, да. Обязательно. Конечно. А от чего она лежит там у вас? Ну, как бы оберегает. Анг, он, это автоматизация. Ну, автоматизация всего, вот понимаете? Когда вот охота, чтобы все было всегда хорошо автоматически. Стесняетесь? У вас есть какой-нибудь талисманчик? Да, есть. Какой? Поделитесь, расскажите нам, откуда он у вас появился, как вы верите в него, как он вам приносит удачу, или приносит вам вообще удачу он или нет? Ну, в общем, мне его подарила мама. Вот у нас православная семья, и там вот икона по теме здоровья. Да и все. Я назову тебя Валентина Петровна. Талисманчики, колокольчик. Вы делаете колокольчиком? Колокольчик, он мне помогает в настоящее окунуться. Ну, иными словами, когда вот в реальности находишься, она постоянно повторяется. А в настоящем все как есть. И что вы хотели? Добрый день, телекомпания ТВ, здравствуйте. Не даете? Ну, хорошо. Динь-динь-динь, и все проясняется. Расскажите, уважаемые подписчики, а какой талисманчик есть у вас? Поделитесь с нами в комментариях, и самый лучший комментарий получит подарочек от службы доставки цветов «Цветули». Валентина Петровна, пойдемте. Все, молодец.